чем дело? Тут мы не проедем. Цилиндра набила столько пыли, что мы еле ползем. Дальше пешком. Сулака, это Уинтер. Мы доберемся до комплекса на своих двоих. Понял тебя, Уинтер. Не забудь про чертов список. Это военные решения, но на наши они совсем не похожи. Кажется, эти гады из ВАЮ ищут морпехов, которые еще не добрались до Надежды. Эй, вы, живо вниз! Чего? Заметим, до комплекса мы не доберемся. Да все равно я бегом, короче говоря. Так, смотрим, куда нам. А, вон комплекс. Оуе. Oh, yeah. Так, и это, надеюсь, патрончики. Он, кстати, сам приседает персонаж. Ничего себе. Спасибо. Воу! Офигеть! Вот это меня потрепало. Вот это жесть, друзья. Она вот этого пехотинца сожрала. Эта тварь, некроморфище. Так, и что тут? Снова засаду у нас, да, получается? Такое ощущение, что я где-то бронь пропустил. Так, убили. Тут ли я ее как раз таки пропустил? Фиг... Ой, испугался. Испугался неизвестно даже чего. Ну, в такой суматохе это неудивительно. Да, и до брони доберусь, а? Ой, бомбили. Ой, две. На девочку напали. Отлично. Положили. У меня совсем осталось мало патронов, как видите. Е. Умойтесь кислотой. Напарнички. Все, дальше идем. Ух ты. У нас случайно не битва с боссом какая-нибудь будет. Так, патрон. Забираем. Все, отлично. Теперь надо, мне кажется, стрелять более прицельно. Я, короче, побежал. Ё-моё! Сюда. Ах, ты ж, не попал по тебе, да? Сейчас дайте побегу. Собираем. Е. Так, и комплекс. Так, а как его открыть, этот комплекс? Не знаю. Ну, давайте сейчас посмотрим. Может быть, что-нибудь О'Нил придумает. А может быть и нет. Идет сюда, как ни странно. Ах, вот он, гребаный проход. Ладно, бежим тогда. Завалило. Все, мы в ловушке. Что будем делать-то? Или можно все-таки туда дальше пройти? Можно, друзья. Наоборот, это нам помогло. Так, тут у нас снова чекпоинт. О, они опять лезут. А ну-ка, быстро! Быстро побежали. Ух, ё-моё. Да твою мать. Так, вот подбили. Этого подбили. Ну, вон там, попрыгунчики снова у нас маячат впереди. Сейчас, дайте я доберусь до брони и до патронов. Yeah. Что это за сияние на стенах? Чё? Оно движется. Видите? Кстати, да. Кто движется? Так, есть тут что-то у нас, да, согласен. Вы видели? Это были глаза светящиеся. Ё-моё, так они взрываются, да? Сука, они плюются кислотой! Не, кислотой плюются. Мать вашу! Так, поэтому вот так вот сейчас мы сделаем. Упс. Убили. Короче, из рекэк надо отстреливать. Один есть! Один? Да мы уже с десяток положили. Один, блин. Так, снова проблема. Так, где-то слева там дофигища их, да? Вижу. Блин, какие они ловкие, а? Смотрите-ка на них. Воу! Ливун на потолке! Ливун. Бьют издалека! Да, так засаду устроили нам. А, мимо, все равно.
Побольше бы броню поставить. Удрали, скоты. Сейчас аптечку с вами еще возьмем. Полный комплект. Так, забираем это все дело. Отлично, я на полном фарше. Не знаю, стоит ли так ускоряться, но, как видите, пока безболезненно с вами проходим дальше. Так, над тобой. Никого не вижу. Пошутил, наверное. Спокойно. Ух. Да куда ты, тварь, делся? О, двоих. Завалили. У меня, кстати, очень мало патронов осталось. И это меня не радует. Так, этого расщепили на атомы. Здесь у нас еще один экземпляр. И всего лишь два патрона у нас. Был на потолке. В общем, короче, на них только пистолет остался. Так. Где? Вижу. Блин, пистолет-то неплох, на самом деле. Надо только научиться им пользоваться. И что самое интересное, он бесконечный. Давайте пока, наверное, с пистолетом и побегаем с вами. Так, ну чё, скоро мы до лаборатории, надеюсь, доберемся. Так, здесь я спрыгиваю. Возможно, эта часть как-то связана с научной лабораторией. Значит, мы тут пройдем. Двери открыты. Движение какое-то зафиксировано, да, у нас? Да, есть, причем очень быстрое движение. Но на самом деле видов вот этих ксеноморфов, их не очень много, поэтому нельзя ожидать, что прям с вами в каждом эпизоде новых каких-нибудь будем видеть. Понял. Нужно открыть эту дверь. Белла, что на датчике движения? Ну, что-то эпизодически появляется, но далеко. Пока все в порядке. Фига себе далеко. Двери, блин, закройте, а. Заняло. Нужно ее выбить. Эй, умник, ты что, сбрендил? Нельзя шуметь. Так, ты рассказал ей про умника. Случайно. Теперь вперед пойду я, чтобы мы не подняли всех ксенов и парней из ВАЮ в радиусе мили. Ну что, в гигантской воронке? Парни, датчик показывает большую активность в пределах наших времени. Так что, ошибитесь. Какого хрена? Блин, вообще жесть. Меня за ногу вытянули вниз туда. Блин, ну как же можно было? Блин, вы смеетесь, что ли? Черт знает, откуда надо теперь идти. Блин, ну упасть в эту дырку, это вообще просто нелепость, друзья. Ну они что, не могли как-то это место оградить, я не знаю, какой-нибудь невидимой текстурой. Жесть вообще. Ну сейчас они пока проболтаются там. Ну ладно, возьмем с вами патроны. Кстати, сейчас перезарядим тогда все, чтобы потом на это время не тратить. Здесь ноль у нас. Так, что я хочу сказать? Похоже, у горничных. Сколько грен? Одна есть. Этих горничных смотрите на датчиках. Хорошая шутка была. Что, поворачивать назад уже поздно? О'Нил, нужно открыть эту дверь. Белла, что на датчике движения? Ну, что-то эпизодически появляется, но далеко. Пока все в порядке. Дверь не поддается. Блин, это ж надо, здесь невидимая текстура есть, а там нет. Эй, так. Умник, ты что, сбрендил? Нельзя шуметь! Так, ты рассказал ей про умника. Случайно. Теперь вперед пойду я, чтобы мы не подняли всех ксенов и парней из ВАЮ в радиусе мили. Воронки. Парни, датчик показывает большую активность в пределах нашего периметра. Так что решите.
Это кого он там палил? Так, полный комплект, я помню, здесь лежал. О, да. И с вами. Давайте подниматься наверх. Черт их дери. Блин, все здесь, конечно, накоренено. Да не бойтесь, он... Ой! Он один. Еще один несется. Тварь, ладно, давайте пистолетом. В головку надо целиться. Тогда будет все окей. А ну-ка, слез. Смотрите. Воу! Офигеть. Давай. Быстрее убей его. Да чтоб тебя там, а? Ты сколько ж ты с меня брони-то снял? Уродистый маленький. Так, ищем патроны. Сейчас, наверное, их будут давать не очень много. Специально так прорываемся! Делаю, вперед, чтобы мы с вами помучились немного. Так, давай. Еще быстрее. Бегом! Тут, надеюсь, какой-нибудь чекпоинт будет. Пожалуйста. Пока нет никакого чекпоинта. Так, на коллег своих вообще насрать. Отстреливайся. Я побежал вперед. Ну, на этот раз я не виноват. Куда эта лестница? А хрен его знает. Враг мертв! Ну что, помочь там вам? Где вы? Детки. Короче говоря, не знаю. Я пошел туда дальше, друзья. Одному ходить как-то сподручней. По крайней мере, я к себе не привлекаю такого внимания. Ах ты ж тварь. Видел. Вау! Уе. Ну, спасибо вам большое. Вон еще. Убей его. Нет, все-таки упал, смотрите-ка. Побежали дальше. Ну что, прыгать сюда, что ли? Ладно, прыгаю. Ах ты ж скотина. Кислотой меня. А какие чувства испытываешь в бездонной пропасти? Обработал. Примерно те же, что и к тебе сейчас. Заткнись. Ух, а вот здесь уже видны приметы ксеноморфик. Давайте-ка вот так вот, наверное, переключимся. Что там, турель? Турель сработала, да? Ух ты ж. Ну, вот так вот может пройти, наверное. Ха-ха. Какая проблема-то? Все, патроны закончились, да, у нее? Нет, вот только сейчас отключили. А где индикатор запас патронов? Непонятно. Так, это у нас с вами... Аудиозапись. Еженедельный отчет о строительстве комплекса «Исток». Несмотря на то, что мы потеряли кучу исследовательских модулей, работа идет с большим опережением графика. Отчасти потому, что от «Истока» осталось гораздо меньше, чем нам казалось. Похоже, что одна часть отвалилась еще до нашего прибытия. Док, почему это произошло? Снесло потоком лавы. Ну да, именно. Мы достроим комплекс «Исток» в течение 2 недель. И я честно скажу, даже и без этой части это настоящий красавец. Вот так вот, друзья. Что здесь еще можно урвать? Нечего. Так, за ребятками мы с вами идем дальше. И попутно смотрим. Черт, снова турель. Здесь с вами во все щели. Так, турелька. Ух ты ж. Успеешь? Давай, беги быстрее. Оставайся с Беллой. Я обойду эту штуку и отключу ее. Твою мать. Давай, быстрее, убегай, я жив. Оу-е. Нифига ж себе. Так, вам попробую сейчас чуть дальше пройти. Так, еще одна турель. Оп. Замечательно. Уинтер, здесь можно патроны взять. Вы уже обнаружили список? Нет, сэр, мы еще на станции. Тут все в руинах, идем медленнее, чем рассчитывали. Понял тебя, парень. Как дела у Беллы? Не очень, сэр. Ей становится все хуже. Передай ей, пусть не вешает нос. Вас понял, сэр. Конец связи. Да, по-моему, легко туда добежать. А-ау. Вау! Так, ладно, давайте смотреть. Значит, турель.
Турель, турель, турель. Ох ты, shit, motherfucker. Так, там что, непонятно. Давайте сейчас еще разочек сюда пробежим. Ух ты, даже сюда залезть можно, здорово. Здесь какая-нибудь система находится по-любому управлению вот этими турелями, да? Или нет? Вообще, куда я забрался? Так, давайте осмотримся. Что это за такое секретное место? Не понимаю. Сейчас. Может быть, сверху? Можно будет упасть на эту турель. Понять не имею. Так, а если сюда забраться? Не получается. Ну, по крайней мере, мы сможем в это помещение сейчас с вами проникнуть. И... Да, как-нибудь сейчас за этой турелью мы с вами выйдем в итоге. Так. Турель раз. Замечательно. И, наверное, сейчас будет турель 2. Отбирай. Фига там запас патронов, да? Пошли дальше. Заперто. Кто-то из них, значит, должен открывать сейчас эту следующую дверь. А мы пока побегаем. Блин, срочно надо искать здоровье и бронюшку, друзья. Видите, ни одного ксеноморфа завалила эта турель. Но они, наученные горьким опытом, наверное, тут и на самом деле не часто ходили. Заходи. Закрываем. Все правильно делаем. Так, и что дальше? Сейчас, дайте, я тут все просканирую. Нил, эта хрень работает? Так, жетоны где-то здесь есть. Может, на гаражной распродаже. Нил, ищи список. Ах ты жопа, кипорячая. Вот он, список. Тут. А, это оказалось легче, чем я думал. Постой. Что? Там указан позывной морпех. У них морпех? Кто? Пусть это выясняет Круз. Сулако. Список у нас. Сейчас мы вам его отправим, потом проследуем в комплекс. Понял тебя, Уинтер. Удачи вам с Беллой. Все слышат? Это корабль. Они заметили, что включилось электричество. Здесь нас не увидят. Точно не увидят? Добраться до лифта с Беллой и О'Нилом. Да мне кажется, сейчас будут нас встречать. Так, выходим с вами уже каким-то другим путем. Аптечка. Это ж просто великолепно. Аптечка нам восстановила, ну так, прилично. Опа, смотрите, а мне кажется, вот сейчас им очень легко нас заметить. Так, ну что ж, пошли люди снова. Сейчас мы у них... Куда иди сюда, убежишь? Не убежал. Здорово тогда. Так, сейчас ждем, когда ячейка здоровья восстановится. Давай, ты его засади. Отлично, этот готов. Притормози-ка. Отлично. С пистолета завалил уже трех. Причем пистолет у нас бесконечный. Так, упал. Упал. Нет. Перепал. Ну, пока, наверное, так бегать с вами и будем. Потому что людишки, они не страшные нифига. Ну-ка, где ты там? Кепочка. Гребаная. Ух ты! Так, не смей больше забивать. Сейчас восстановится ячейка. И мы с тобой сейчас продолжим здесь. Ну. Так, супероружие. Нет, это патроны были. Так, здесь запас, здесь запас. Ну, смотрите, как здорово. Так, перезаряжаемся сразу. 94. Сейчас, подождите, Хадсон. Основное. Хочу что-нибудь другое. Импульсная винтовка. Вот, что мы с вами изначально имели. Ну, и здесь перезарядочка, естественно, сейчас будет. Отлично. Но пока с пистолетом. Так, где ребяточки мои? Так, ты что делаешь? Сейчас посмотрим, что-нибудь тут припрятали. А, ни черта они тут не спрятали, к сожалению. Но на всякий случай тоже это место просканируем. Нам нужно дальше идти. Как бы то ни было... вниз. Так, сканируем здесь. Черта.
бронюшка. Давай, хватай быстрей. Лифт уже совсем, похоже, недалеко. Так, вот это убиваем. Оу, е. Да убей ты его! Еще один, да? Куда ты спрятался? Скотина. У меня все равно бесконечные патроны. Оу, е. Так. Разбили его. Чего? Блин, куда-то за девочкой побежал. Куда она делась? По-моему, она здесь вообще... А, уже на тропу вышла. Супер. Бежим дальше, короче говоря. Тут положили. Да блин, что, реально с пистолета можно пройти? Смотрите, делает обманный маневр. Ага, и снова. И снова к нам. Так, теперь вот этого сейчас чувака давайте убьем. Отлично, у него там, походу, для подствольника моего. Тут необходимые боеприпасы. Сейчас. Так, здесь скан у нас. Ничего. Это забираем. Блин, дофигища брони, конечно, снял. Отвали! Отвали от него. Вот ты. Это какая. Вот он еще полез. Все равно ячейки регенерируются вообще пофигу. Может, они какое-то... Это вот специальное оружие стоило бы. А что это такое было? Может быть, я не обратил внимания на то, что кто-то кинул гранату. Ну так вот, немного даже хардкорно как-то становится это все проходить. Так, добраться до лифта. Вот мы с вами все. Пошли вон все. Буду палить из этой винтовки. А почему их сейчас так много? Кто мне может объяснить? Так, дальше, дальше, дальше. Все, завалили. Отлично. Сейчас кто-то будет побежать. Да. Побежал бы. Я его не завалил. Так, по-быстрому будем здесь проходить. С автоматом, конечно, уже по-другому все проходится. Еее! Перезарядка. Правда, быстро очень растрачивается все дело. За ним прям в линию выстроились. Вообще зачет. Убирай патроны. Быстро все забрали. Да пипец вообще. Да. С этим тоже все. Ух. Хотят ксены от этого... Ой. Нужно здорово тоже завалить. Так, забираем здесь сумку с припасами. Боеприпасами, точнее. Так, сзади у нас. Да, там еще шастает. О, да. Вперед, вперед! Получилось нету вообще засадить ему. Бронь, полный комплект с него. Выпал. Там только на руку. Ух ты ж, ё-моё, сейчас снова десант пойдет. Так, давайте-ка дробовик, наверное, подключим. Хотя, фига нам дробовик. Нам вообще нужна гренка. Подальше, подальше, подальше лети. Эх, долетели. Мои боеприпасы до цели, к сожалению. Эй! Ты офигел ли, дружочек? А, все понял, там гранатомет у него. Давай, завалили. Слушайте, ну тут получается только с полным комплектом надо ходить. Значит, и в тот раз они меня тоже вальнули, эти твари. Пойду, пожалуй, по помещениям здесь. Давайте посмотрим. Так, скан. Точно здесь ничего нет? Кто-то сюда бежит. Оп. Это Ксен. Очередной. И дальше. Патроны забираем. Сколько? Оп, нормально. Плюс 40. Так, комплектик тоже наш.
А вот уже и лифт тут как тут. Короче говоря, мы с вами добрались до нужного места и погнали. Сулако, мы почти уверены, что нашли вход в комплекс. Что там со списком? Появилась информация. Возьмите ситуацию под контроль и свяжитесь с нами. Вас понял, Сулако.